Штаб по ситуации в сфере ЖКХ. В начале отчет за прошедшую неделю внештатных ситуаций в городе не произошло, но тем не менее были временные отключения. Были отключения на электросетях 1, на сети горячего водоснабжения 4, на системе холодного водоснабжения 3 отключения. Но главная тема – это новый отопительный сезон. Под особый контроль взяли работу ресурсоснабжающих организаций. Следующая неделя – самая ответственная. 19 сентября – готовность номер один. А 25-го уже должно поступить тепло во все учреждения соцсферы – школы, детские сады и больницы. И еще один наболевший вопрос – уборка мусора с придомовых территорий. Нерадивые управляющие компании накажут рублем. Содержание придомовых территорий, особенно контейнерных площадок, которые находятся у вас, обслуживание. В обязательном порядке, значит, здесь за прошлую неделю было выявлено порядка 6 фактов ненадлежащего содержания. Соответственно, как и ранее предлагалось, значит, информация по этому поводу была направлена в надзорный орган. Так же, как и управляющим компаниям, ресурсникам было сделано аналогичное замечание. Благоустройство и порядок после проведения ремонтных работ должен быть обеспечен. А это асфальтирование территории и озеленение поврежденных ремонтом газонов. Татьяна Баловнева, Анжелика Бровинок. Наше время.